Друзья, всем привет! Сегодня готовим творожную запеканку. Она получается очень нежная, аппетитная и в меру сладкая. Готовится настолько быстро, что уже можно разогревать духовку. К творогу добавляем яйца, сахар, манную крупу, растопленное сливочное масло и сметану. И всю эту массу перебиваем блендером до однородной консистенции. Вот такая масса получается. Я еще решила добавить немного ванилина. Далее также все взбиваем, перемешиваем и готово. Подготовленную форму смазываем растительным маслом, перекладываем творог и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов, примерно на 70-90 минут. Вы же ориентируйтесь по своей духовке. После остывания запеканка немного осядет, это нормально. Насколько осядет, это зависит от качества творога и от жирности. Из нежирного творога всегда оседает больше. Но на вкус это никак не влияет. Вот такая красивая румяная запеканка у нас получилась. Украсила я клубникой и черной смородиной. Сейчас же, конечно, разрежу и покажу, как выглядит внутри. Вот такая получилась запеканка, очень нежная, вкусная, что даже детки оценят и съедят с удовольствием. Я желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!